Даугавпилсская социальная служба напоминает своим клиентам, что до 28 января этого года будут выдаваться новогодние подарки. Они полагаются лежачим жителям города с инвалидностью, и в данном случае получить их могут доверенные люди в филиале службы по адресу улица Венебас, 8, в 5-м кабинете. Подарки предусмотрены также для даугавпилчан, которые получают услугу обслуживания на дому. Их выдают в бюро надомного обслуживания на улице Кришьяна Валдемара, 13, 1 этаж. Кроме того, приятные сюрпризы подготовлены и для детей до 14 лет включительно, из семей со статусом малоимущих и малообеспеченных. Их родители могут получить в социальной службе по адресу улица Венебас, 8, 13 кабинет. Подарки для детей с инвалидностью ребят, которым сиротским судом назначены опекуны, выдают по адресу улица Кришьяна Валдемара, 13, 1 этаж. Социальная служба обращается к пенсионерам Даугавпилса, которые подали до Нового года документы на получение бесплатных проездных с просьбой активнее приходить за ними на улицу Венебас, 8, в 16 кабинет. Дополнительную информацию можно получить по телефону 654 23 700.